Итак, сегодня 25-я часть игр GTA San Andreas. Сегодня мы сейчас проведем обзор 25-й часть игр GTA San Andreas. Так что запускаем еще игру, мы продолжаем обзор 25-й часть. Подождать, пока он запускается, загружается. Так, мы сейчас просто пропустим заставочку. Так, нажимаем кнопку «Начать игру». Так, нажимаем кнопку «Просто битва». Заработали 19-15, почти заработано. Ой, так, сейчас, давай мы прыгнем обратно. О, сейчас сядем в эту машину. Так, мы сейчас больше не будем. Так, радио звуков. Так, что, все. Так что, меня сегодня ответили за комментарии канала пользователя 23-го, что радио будет не включать в любви так. Потому что не слышно было, так что... комментарии об этом, и я вам тогда отвечу. Сейчас мы видим, как видим на зеленодорожный вокзал станция Юнки, Эль Корона, а вот дача. Ой, так, там полиция. Так, там полиция. Так, там бандиты, они уже не могут уничтожить. О! Юнити Стейсон. Так, давай мы сейчас посмотрим. Юнити Стейсон. Так, мы не можем попасть в здание. Так, внутри ничего не попадает. Не заходят. Так, вот лавочка с комики. О, давай посмотрим подземный. О, станция Единства. Так, что, мы сидим сегодня, мы сейчас посмотрим, что за подземный переход. Станция Единства. Так, метро нету, потому что не достроенное метро, потому что в игре GTA San Andreas, на этой игре GTA San Andreas, метро недостроено. О, бежим сейчас, оно приедут. Нет, это не будем. Сейчас давай посмотрим электрички. Что же там происходит? Так, мы сейчас подождем следующий. Подождем новые. О, давай посмотрим табло. Так, Зыкова, Красноярск. Так, сейчас идем следующий поезд.
Нет, это не наш. Это поезд, это РЖД. Поезд РЖД. Что такое РЖД? РЖД. УАО РЖД. Российские железные дороги. Российские железные дороги. Что такое российские железные дороги? Это железнодорожные магистрали. Так, давай подождем. Мы сейчас мы пропускаем и подождем. Крюковские поезда. Вы знаете, что такое Крюковский вагоностроительный завод? А Крюковский вагоностроительный завод выпускает пассажирские вагоны для железнодорожного транспорта. Украинские железные дороги, Укрзалезнычи и белорусские железные дороги. И железная дорога Казахстана и Таджикистана. Так, давай. О, вот есть автомат специальный. Возврат купить. Напиток. Питок. $1. Нажимаем Enter, чтобы купить. Так, Enter. Вот это дефолт. Да и не поезда ходят реже, мы сейчас подождем. Давай подождем еще поезд следующий. Вот подземный. Мы сейчас попадаем на подземный переход. Станция единства. Эль Корона. Зеленый Блэк. О, видите, вот домик, вот дом, строящий. Так, что пишите комментарий об этом, и я вам тогда отвечу. Сейчас. Так, сейчас. Юнити Стейшн. Так что смотрите следующий выпуск, смотрите часть 26.